21 июня Дворец спорта стал чем-то вроде небольшого диагностического центра. Бригада детских врачей в составе 11 человек с 9 утра проводили осмотр пациентов, а именно детей со сложными заболеваниями. В рамках проекта «Десант врачей» в Пушкинский район приехали специалисты Министерства здравоохранения Московской области и ведущие доктора Моники и областного консультативно-диагностического центра для детей. Тот консилиум врачей, который приезжает сюда, это кандидаты доктора наук. Более 17 выездов уже осуществлялся, начиная там с прошлого года. Это врачи самых узких специальностей, которые являются дефицитными, в том числе и в Московской области, и в любом регионе. Это и генетики высокого профессионального класса, это и кардиохирурги, и нейрохирурги, и отоларингологи, и офтальмологи. И врачи тех специальностей, их узких, которые занимаются именно сложными случаями. В Пушкино десант врачей работает уже не первый раз. В апреле 2017 года было осмотрено 326 детей, из которых 12 направили на госпитализацию. Сам проект стартовал 1 ноября 2016 года. Одна из главных целей приезда бригады детских врачей – это дать возможность жителям Подмосковья прийти на прием к высококлассным специалистам прямо у себя в городе или районе. Также необходимость в десанте врачей объясняется отсутствием докторов узкого профиля в местных медицинских учреждениях Московской области. Часть этих специалистов отсутствует у нас в штатном расписании медицинских учреждений района. Это, допустим, аллерголог, допустим, нефролог, остальные специалисты, которые гастроэнтеролог. Остальные специалисты у нас есть в наличии, но цель их прибытия сюда – это решение сложных диагностических задач. Предварительно в детской поликлинике в Пушкино проходил отбор пациентов, у которых имеются различные сложные заболевания и которым необходима диагностика определенных специалистов. Именно их в первую очередь направили на осмотр 21 июня к десанту детских врачей. Путем обзвона родителей назначали им вот время и место, дату прибытия сюда на вот эту акцию. На сегодняшнюю акцию десанта врачей мы пригласили детей, состоящих на диспансерном учете в детской городской поликлинике со сложными диагнозами. Это заболевания нервной системы, заболевания органов дыхания, врожденные заболевания, заболевания органов зрения, хирургическая патология. Кроме того, пройти обследование могли прийти и все желающие жители Пушкинского района. Десант врачей работал с 9 утра до 4 часов вечера. За 2 года существования проекта было осмотрено 2279 детей. Из них 170 направили на углубленное обследование и лечение. Всего десант врачей совершил 13 выездов и пользуется большим спросом в каждом из районов Московской области. Очень хорошие отзывы от наших пациентов, от детей, от их родителей. Около 3000 детей уже осмотрены за эти 2 года. У нас планы каждый месяц делать такие и выезды, и субботники в том числе. Главной особенностью выезда бригады высококлассных специалистов является возможность в одном месте пройти обследование у разных врачей. Кроме того, родителям не нужно вести своего ребенка в Москву или куда-то еще. 21 июня в Пушкино осмотрели около 200 детей. Следующим городом, куда приедет десант врачей, будет Щелково. Евгения Коломис, Владимир Парфенов, телеканал «Твой».